Привет! На этой неделе выпуска новостного блока не будет по достаточно понятным причинам. На канале выйдут только шорты. Они не будут связаны со вторжением российской армии на территорию Украины. Об этом я рассказываю у себя в Инстаграме. Шортс будут развлекательные, потому что и специалисты это советуют, и люди сами признают, что в моменты таких переживаний, как сейчас, помогают привычные вещи из обычной жизни. И если кому-нибудь интересные, короткие истории помогут хоть ненадолго отвлечься от тех ужасов, которые происходят, я буду только рад. Прошу прощения, если кому-то покажется, что я что-то делаю не так. Это мой канал и моей команды, и мы поступаем так, как нам кажется уместным в такой ситуации. Всем мира!